Всем привет, друзья! Всех рад снова видеть на канале «Маршрут построен». У нас сегодня с вами замечательный день. Это продолжение моей поездки. Я сейчас еду снимать одно видео за донаты. Прокачусь в одно место. Это в поселок Арамиль. Ну, точнее, это город Арамиль называется. Прокачусь сейчас туда. Ну вот, и пока еду, я решил поснимать несколько выпусков. Один уже вышел. И, кстати, даже уже видео с этого места, с Арамиля, куда я сейчас направляюсь, спецвыпуск тоже вышел, ребят. Перейдите за донаты в плейлист. Все видео там, это оплаченные донаты, то есть люди специально мне скинули денежку, сказали: «Алексей, съезди туда-туда». Ну, в среднем кто как, кто 500 рублей, кто 800 рублей. Очень много донатов, ребят, на самом деле приходят. Большое вам спасибо за поддержку канала. Если вы хотите тоже поддержать канал, есть ссылочка. И есть номер карты. Лучше всего на карту отправлять. Обязательно съезжу. Что-то для вас специально поснимаю. Ну или просто напишите ваш комментарий, поставьте лайк, а лучше всего даже поделитесь с друзьями этим видео на своей странице в соцсетях. Это реально помогает и продвижению помогает, да и вообще, в принципе, YouTube-канал мой растет только за счет вас, за счет того, что вы смотрите. Большое вам спасибо, и он реально растет, и растет в разы по сравнению с тем, что было даже хотя бы летом 2022 года в начале. Блин, ребята, большое вам спасибо за просмотры. Так, ну что, мы движемся дальше по Сибирскому тракту. В сторону замечательного города Арамиль. Сегодня у нас... я уже вставляю дату, дату уже, наверное, писать не буду, точнее говорить. За окном у нас минус 16 градусов, в Екатеринбурге холодно. Сибирскому тракту. Это старый дублер Сибирского тракта. Ну, это старый сибирский тракт. Именно по этой улице Декабристов вели. Поверни ты уже, господи, съедь на обочину и поворачивай. Именно по этой улице вели Декабристов в Сибирь. Как вы знаете, у нас с Урала начинается уже Сибирь. Ну, на восток, если двигаться, то Урал — это ворота. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Действительно, это радостное событие. Пускай этот год неприятный для многих закончится уже в конце концов, и следующий год у нас будет только позитивный, положительный. Я считаю, что все будет у нас хорошо с вами, ребят.
Да так по-другому быть не может на самом деле. Все будет только хорошо. Так что, ребят, всех с наступающим Новым годом. Так, тут как-то интересно сделано. Ага, раньше просто не так было здесь. 100 лет тут не был. Вон оно что, тут же точно, вот, ребят, в ту сторону строят Новокольцовский тракт. Ой, фу, Новокольцовский, этот, господи, как же он называется-то? В общем, там экспоцентр находится. И на пром там у нас еще проводят. Сейчас я вспомню, как же он. Новокольцовский, да, он так и называется, Новокольцовский. Это вот туда дорога, оказывается. Нифига себе, круто. Да ёкарный ты по голове-то, блин. Видите, они поворотники, когда захотят, тогда и включают, им все равно. Для чего? Кто-нибудь не объяснит? И я не знаю. Мы просто все стоим. Никого нету. Вас, ребята, как-то едет. Над нами, кстати, ЕКАД сейчас, мосты ЕКАДа. Новенькие, свеженькие. Ну вот, видите, с нарушением правил дорожного движения повернул перед нами.
привет за донаты. Что-то оно пойдет, не пойдет, стоит, что-то, блядь, что оно стоит, кто его знает, разрушит одного перехода. Сюда вот дом слева находится, как-то приезжал уже, тоже был хороший донат, попросили поснимать. Сектор, довольно много частного сектора, запах стоит бани какой-то, вот кто-то топит, прям запах такой мощный. Просто, блядь. Вот ремень скрипит.
Транссибирская магистраль, в принципе, как вот у нас Урала начинается и вот туда уходит. Так, ну что, друзья, на этом все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Он был такой небольшой, короткий. На носу у нас с вами, ребят, Новый год. Впереди новые выпуски. А я продолжаю снимать спецвыпуск для канала. На этом все, ребята. Спасибо, что смотрели это видео. Поделитесь этим видео. Всем спасибо и всем пока-пока.